поздравляю вас всех с Новым годом. Я всегда желаю в 2022 году говорю здоровья, здоровья, еще раз здоровья, потому что будет здоровье, будет счастье, будет любовь, будет достаток. Ну а сейчас переходим с вами к самому торжественному моменту, к фейерверку. Вот и закончился 2021 год. Он был богат на события, как на хорошие, так и не очень. А что же ждут от нового 2022 года жители Магадана, мы узнаем прямо сейчас. Я поздравляю магаданцев. Я не скажу, что было, я скажу пусть. Пусть в этом году, 2022, будет только счастье, успех. И, соответственно, самая наша большая проблема – это коронавирус, чтобы он от нас отступил. И чтобы просто все были счастливы. Ура! С Новым годом! С Новым годом! Желаю счастья, здоровья, везения, удачи, благополучия, терпения, зеленого света везде и во всем. И чтобы все мечты сбывались. Всех магаданцев с Новым годом! От всей души всех магаданцев поздравляем с Новым годом! Желаем здоровья, счастья, не унывать! Министерством внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области объявлен конкурсный отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2022 году. Об этом информирует мэрия Магадана. Заявки для участия в конкурсном отборе принимаются до 1 марта текущего года. Направлять инициативные проекты необходимо в Комитет экономического развития мэрии города по адресу Магадан, площадь Горького, 1, кабинет 411, с понедельника по четверг с 9 до 17 часов 30 минут, в пятницу с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов. Телефон для справок 62-49-86. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайтах politik.49gov.ru и magadan.49gov.ru. В период формирования ледостава в Магаданской области проводится комплекс мероприятий в целях предупреждения происшествий на водных объектах, проверки мест массового выхода на лед, выявление и перекрытие возможных выездов на лед являются важной мерой по недопущению чрезвычайных ситуаций на водоемах. Но одним из главных направлений деятельности остается профилактическая работа по информированию населения. На территории области государственные инспекторы центра ГИМС-ГО МЧС России по Магаданской области ежедневно проводят масштабную работу по предупреждению происшествий на льду. Особое внимание уделяется безопасности детей в школьном и подростковом возрасте. На занятиях в общественных учреждениях наглядно показывают способы самоспасения, ведется живой диалог с детьми, раздается наглядная агитация. На родительских собраниях рассматриваются вопросы безопасного поведения детей на водных объектах. В школьных уголках безопасности размещается информация по правилам поведения на льду и приема оказания первой помощи. Сотрудники МЧС проводят инструктажи и профилактические беседы. Беседы с рыбаками совместно с администрациями муниципальных образований организуют сходы граждан по вопросам безопасности на водных объектах. В торговую сеть области стала поступать тальская ягода. Она по-прежнему формируется в фирменной упаковке весом в 250 граммов. Каждая стоит 260 рублей. Эта садовая земляника очень крупная, поэтому ее чаще называют клубникой. Сочная, сладкая и, главное, выращена на Колыме. Тальский агрокомплекс работает без сбоев, благодаря чему на столе у колымчан всегда свежая ягода и овощи. Стоимость клубники-земляники перебивает привозную – 1040 рублей за килограмм тальской сочной ягоды. Это вполне разумно. Цена. Цвет у нее очень естественный, а выращенная в уникальных экологических условиях, она еще больше прибавляет покупательское притяжение к продукции родного края.
Госавтоинспекция Магаданской области сообщает о временном приостановлении в отделе ГИБДД отделения МВД России по Среднеканскому району исполнения государственных функций по предоставлению госуслуг с 10 января по 27 февраля текущего года. Ближайшим объектом оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств, обмену водительских удостоверений и получению или продлению свидетельств о допуске транспортных средств перевозки опасных грузов является отдел ГИБДД отделения МВД России по Амсукчанскому району по адресу Магаданская область, Амсукчанский район, улица Ленина, дом 2. С праздником, дорогие детки! С Рождеством Христовым! Сегодня мы здесь собрались в этом зале, чтобы прославить рожденного Господа Иисуса Христа, прославить Бога-младенца, который пришел в мир, чтобы спасти человечество от греха, проклятия и смерти. Господь родился не в царских палатах, а родился в убогой пещере в Египте, близ города Вифлеем. К нему пришли из далеких восточных стран мудрецы, персидские волхвы, которые узрели на небесах чудное видение удивительной звезды, которая шла удивительным образом и вела их за собою к Вифлеемской пещере. Они принесли ему золото, ладан и смирну. Золото принесли они ему как царю, ладан они принесли ему как Богу, и смирну – удивительное благоухание, подобающее Спасителю мира, который прольет кровь за спасение человеческого рода. Дорогие детки, Рождество – это был всегда и остается детским праздником. Каждый год мы вспоминаем о рождении, чтобы еще и еще раз вспомнить пришествие Божественное Господа в мир и дать возможность каждому поколению детей с их чистой душой, с чистым сердцем принести Господу радостную хвалу и радостную жертву. Сегодня детки поют песни, прославляют Спасителя. Сегодня на душе у родителей радость, мир, благоденствие. И пусть память о Спасителе пребывает в наших сердцах каждый день нашей жизни. Дорогие детки, дорогие родители, сердечно поздравляю вас со светлым и мироспасительным праздником Рождества Христова. Храни вас Господь!